– это необычная группа работников. Сами жители района Эль-Пуче, одного из самых беднейших в Альмерии, хотят внести изменения в существующую реальность. И с чего же начать? Со строительства парка для тех, кто будет будущим этого района – детей. В этом районе есть 3000 детей. 3000 niños que si quieren jugar tienen que irse o al parque de la familia o al parque de la Conchichina, pero solo no pueden. Воодушевленные идеей детского центра Лалька Саба, жители района строят детскую площадку, используя старые колеса, показывая, что когда есть общая цель, люди способны изменить реальность. Llevamos años pensando que tenemos que hacer un sitio donde los niños pueden jugar y pueden pasar el tiempo. Pues ahí viene que algo reciclaje, que como no tenemos dinero. Соседи, отцы, матери и дети участвуют в строительстве парка. Они хотят создать для своих детей лучшие условия жизни. Es una actividad que fomenta pues la participación de todo el vecindario y eso a la hora de la realidad, cuando están los niños en la escuela, hace que pues que se motiven más a la hora de trabajar. Necesitábamos hormigón y nos lo regalaron. Necesitamos pintura y ya nos han dicho que nos la van a facilitar. Entonces, pues estamos agradecidísimos a todo el mundo. Здесь не только строится парк, преследуется следующая цель. Los niños cuiden su barrio y participar con la familia. Y que las familias sean parte de activa del centro. Очень важно дать понять людям, что они являются двигателем преобразований и могут улучшить уровень жизни. В их руках находится надежда на лучшее будущее.